Вот каким образом происходит разрушение древесины. Она превращается в такую вот темную массу за счет вот этих личинок жуков носорога. Они прекрасно зимуют под толщей и разрушают ее. Но прежде чем это произойдет, нужно, чтобы был вот такой вот гриб. Мицелий грибов. Сначала идет мицелий грибов. Вот здесь хорошо видно этот мицелий. Хвойные опилки. Кора хвои. Сначала прорастает мицелий. Таким образом. А потом личинки завершают процесс. Совместно с теми же дождевыми червями. То есть употребляется в пищу именно мицелий вместе с древесиной. Пока нет грибов, нет разрушения древесины. Поэтому грибы играют первостепенную роль в этом процессе. В частности, вот этот мицелий грибов, не знаю, как он называется, но он даже образует плоды, плод, который образуется прямо в толще опилок. Для того, чтобы это хорошо процесс проследил под контролем, я подложил вот такую ткань с вискозным, чтобы отсечь, потому что даже их червей здесь было бы, конечно, много и совсем и других обитателей. Они и так есть, но не в таком количестве. Таким образом можно выращивать личинок. Это не так. Мицелий разогревает, при росте разогревает древесину, и процесс идет уверенно. Они сейчас пытаются спрятаться.